потом из Петрова. Да, привезли нас на Воронежский фронт. Потом Степной фронт, потом Второй Украинский. И закончил Второй Украинский. Там была одна идея, что было космическое яйцо. Ну, это три фронта. А в какой соединении, части? Сейчас вам скажу. На Воронежском фронте я была связисткой. Связь. Этот гимн кусочек такой перегрета. Послушай. Это был 1100... Тань, ты? Был это 1112-й артиллерийский полк, 2-й дивизион, 4-я батарея, красноармеец. Так, потом 265-й полк РГК, 4-я батарея, телефонистка. Гвардии Ефрейта присвоили меня. Так, впоследствии 228-й минометный полк, 16-я артиллерийская краснознаменная кировоградская дивизия, 14-я минометная бригада. Ты все записала это? Взводы управления радистской. Присвоена гвардии младший сержант 23.05.45 года. Записано в красноармейской книжке. Присяга принята в 1112 полку. Ну, вообще-то, если уж так рассуждать. Так, что еще? А какие у вас есть звания? Ефрейтор, младший сержант. Младший сержант, я сказала. Я записала. Еще. Больше не добилась, война кончилась. Это кажется, что это... На них отвечают. Да. Мы сначала поговорим о предвоенных годах. Вот чувствовалось ли, что будет, ну, что наступает война? Не чувствовалось, мы не понимали, что еще война будет. Мы услышали, в школу пришли на уроки. А там нам, значит, говорят, что учиться не будете, война началась. Немец напал на Советский Союз. Вот тут мы узнали. А так мы не чувствовали и не знали, что война будет. Внезапно. А какая была реакция, когда узнали? Ну как реакция? Что я была еще девчонкой в 8 классе. Ну, в 9-й я уже еще год училась, в 8-м классе, ну что там, какая у нас реакция в этих лет, ну, 16 лет каких там, сколько тебе лет? У меня 18. На 17, а мне было 16, война началась. Какая у меня была реакция? Страшная, мы ничего не понимали, что это за война такая. Ну. Непонятно. А что тогда думали о причинах начавшейся войны? О причинах я тоже этого не знаю. Я тоже не знаю. Не могу вам ответить на этот вопрос, какая причина. Мы в политике в то время мы еще не понимали. Ну, я правду говорю. Мы же не понимали в политике в то время. Ну, только страшись, у меня отец воевал на фронте в 12-м году, он участвовал в войне. И он рассказывал мне, как раз он с немцами воевал, и он мне рассказывал, что война очень страшная. Вот. И он даже в плену был, отец. Ну, я-то не знаю, что, как он-то, с его слов я говорю. Вот. И как там они, немцы, издевались над ними. И вот он все время опасался за меня. Я старшая была, старший у меня брат, а потом я и еще сестра, она 4 года моложе. И он опасался все время за меня, он знал, как там относятся к женщинам. Да. И он меня все время, когда вот немец наступал, это можно рассказывать? Да, когда немец сюда наступал к яйцу, он меня в бабку превратил.
и мазал, и лицо мазал, и старушечи одевал, и все прятал меня, боялся, чтобы немец, мы же не эвакуировались никуда, нас отец работал грузчиком, ну куда мы эвакуировались, ничего, ни транспорта, ничего нету, и он внезапно и к нам, это все, что-то, он как шел-то, он этим маршем-то, как он называет, каким маршем-то он идет, вот. И мы не смогли никуда эвакуироваться. Да, я еще работала тут. Я когда это, завод эвакуировался, когда я учиться не стала, пошла на завод работать, на гидропривод, учениками-токарями. Вот. И, значит, завод эвакуировался, я, значит, осталась дома. У меня мама еще была больна, я осталась дома. Так что при немце была я дома, но немца я не видела, потому что мы дома, и дома, и из дома никуда не выходили. Даже у нас на огороде вырыли землянку, в этой землянке мы все сидели, прятались, и немца мы не видели. Он у нас 3 дня только всего этот немец был. А уж когда его выгнали с яйца, в эту ночь у меня умер брат. Ага, ну, и мы не, в эту ночь мы не спали, но бой был сильный, ужасный какой бой был. Ну, а мы-то не понимаем, где, а отец мой, папа-то, говорит, вот это наши бьют, вот это немец стреляет, вот это наши нападают. Он уже понимал, он нам все это рассказывал, а мы прямо радуемся наши. И брат у меня двоюродный был, и я. Мы не боялись ничего. Я какая-то бесстрашная была, хоть и малолетка была, но бесстрашная. И мы прям выйдем, а это самолет летает днем. Выйдем из землянки, встанем и смотрим воздушный бой. И вот самолеты дерутся. И самолет немецкий летит вниз, а мы прям кричим: «Ура! Наши сбили!» Да, немцы сбили наши. Ну и, значит, я какая-то бесстрашная была. И почему вот я и пошла, наверное, на фронт, что я... Потому что когда уж немцы отбили, а это второй раз уже по разговору слух идет, что немец опять наступает, прорывается, ожесточился и рвется опять, все-таки хочет он это взять, Елец. А тут слух пошел, немец сказал, Гитлер сказал: «Возьму Елец, и войны конец». А мы были уже девчонки, мальчишки, все там какие остались, подростки. Мы же комсомольцы были, и нас, значит, вот этот, в отряд ПВО записали. Ну, ходили, окопы рыли, противотанковые ровы, и вот где я сейчас живу, мы как раз тут рыли противотанковый ров. А когда немцы летели бомбить, мы бежали на кладбище прятаться. А не подумали, мы бежим, да уж лучше бы уровики сидели, а мы бежим на кладбище прятаться. Но, ну что еще, я уж не знаю, это моя биография большая. Что еще, какой вопрос? А слышали вы речь Молотова 22 июня? Слышали, да, слышали. А речь Сталина 3 июня? И Сталина слышали, и Молотова слышали, у нас радио было. А какое впечатление оно на вас произвело? Ну, какое впечатление? Ну что, выступили, сказали, что это мобилизация идет. Переживали, конечно, вся, какие родственники есть, забрали. Но у меня таких родственников близких не было. Старший брат был, но он по болезни, он его не взяли. Но, а вот двоюродные, вот эти вот троюродные, эти все пошли на фронт. Кто вернулся, кто не вернулся. У тебя можно шторки? Если это рвется, значит, захватить Елец. Но мы тогда говорим: нет, мы ему Елец не отдадим. Да, ну, мы уже все-таки понимали, это уже, тут уже немец был у нас, уже поняли, что эта война-то идет. Мы ему Елец не отдадим. И все ушли, какие были мы, и все ушли на фронт. Ну, вот как раз скажите, как вы попали в действующую армию? Действующую армию нас взяли, в военкомат пришли, подали заявление, нас позаписали.
пригласили, это, рассказали нас, ну, всех нас, кто вот так подавал заявление, рассказали, что это фронт, что тяжело на фронте, ну, что нужны там и вот и повара, и, как их еще, парикмахеры, и радистки, связистки, и медсестры, ну, кто куда попал. Нас, у меня как-то больше на медсестру у меня как-то не тянуло. А я, значит, на радистку. А ну а когда это были, вот как раз мы нас это привезли под этот под Воронежский фронт, под город Лиский. Uh-huh. Вот сюда нас привезли. А когда мы ехали, и по нашей местности это. После я соображала, а когда мы ехали, я не поняла, почему по нас машина, по нашей машине немец бьет. А когда мы приехали, уж проехали это место, а командир говорит, потому что это просматривается немцем, эта местность. И раз машина едет, он, значит, и начинает снаряды не жалеть, начинает бить по машине. Ну, а все-то полегли на этом. В кузове-то полегли на пол-то. А я как сидел, отважный, как же, нет, на фронт. Как сидел, так и сижу у них. Они, ложись, ложись, Маша, ложись. Ну я сидела. Вот приехали в город Лиский. Там нас обучили рации. Рации 12 РП. Ну, она от батареи, аккумуляторы заряжали от машины, батарейки с элементного завода присылались. Вот, ну и начали, значит, мы там простояли где-то месяц, вот в август 20-го, ну, ушла, да, месяц прошел, сентябрь, октябрь, ноябрь, в ноябре, в декабре где-то, в начале декабря, нас прям сняли с места. И вот мы как раз в этот какой-то 265-й полк попали. Вот мне нужно смотреть, потому что не соврать, а правду рассказать. Вот с этого 1112-м полку, вот тут я была, это, обучали нас. 2-й дивизион, 4-я батарея. Вот. И потом мы снялись с места, и нам сказали, мы идем воевать на фронт. А там мы стояли в запасе, запасной. Или как-то сказали на фронте-то. 265-й полк попали. Так. Это было... Сейчас я вам скажу. Это было когда? 6-го, 265-м полку, 26-го, 43-го, да, 42-й, ну да, в декабре 26-го, уже в июне месяце. Мы что-то тут долго шли, где мы шли, куда мы шли, я не мы не понимали. А идем на фронт, фронт от нас идет, а мы за фронтом, догоняем фронт. Вот, а потом уже... С 265-го полка тут мы стали наименоваться 228-й, переименовали. Второй украинский стал наш фронт. 228-й минометный полк, второй украинский. Тут мы уже где? 5-го, 4-го, 44-го. Ну, кто и знает, вот я по красноармейской книжке вам рассказываю. А когда мы пришли там, я не знаю, может, только тут отметку делали этого числа, не знаю. Вот, ну что еще там? В каких сражениях, операциях вам приходилось принимать участие? Участие? Я вам сейчас прочитаю, в каких сражениях участие. Так, можно я вам прочитаю от начала до конца? Давайте. Так.
родилась Янщина Мария Васильевна, родилась 1924 год, 12 апреля, Липецкая область. Училась в 8-й средней школе, окончила 9 классов. В 1941-м, когда началась Великая Отечественная война, из-за материальных условий учиться дальше не смогла, так как отца взяли на фронт, а мать была, она, у него взяли на фронт, до Узловой довезли и вернули обратно, у него удушье было. И пришлось идти работать. Работали по 12 часов, а вечером рыли окопы и дежурили по городу, так как я и мои подруги были зачислены в отряд ПВО. Шел август 42-й год. Говорили, что немцы опять рвутся к нашему городу. И мы, девчата из отряда ПВО, ушли добровольно на фронт защищать свой город, свою родину. Из военкоматы были направлены под Воронеж, то есть Воронежский фронт, город Лиский, на обучение. Обладев специальностями медсестер, телефонисток, радисток, мы были направлены в разные предподразделения. Меня и мою подругу зачислили в 1112 ПАП РГК. Это 152-миллиметровые орудия, 2-й дивизион, 4-я батарея, связистской. А условия на фронте, как и каждому солдату. Порвалась связь, несмотря на погоду, дождь, слякоть, мороз, снег, да еще под ураганным огнем с катушкой, которая весит 20 килограмм. Идешь по линии. От этого зависит исход боя и жизнь твоих товарищей. Эпизодов, конечно, очень много, но в памяти приведу один. Было это 23 августа 43 года. Бои шли большие за город Харьков. Наши войска шли в наступление, а на нашем направлении враг оборонялся. Обстреливали позиции с земли и с воздуха, и вдруг прекратилась связь. Раздумывать некогда, идешь по линии, это я еще работала связисткой, идешь по линии, в голове одно, найти и исправить, вот и моя напарница Малютина, пошли по линии. Было очень страшно, бомбы летят, снаряды рвутся, и когда услышали, и когда дошли до порыва, а дальше идут три кабеля, оборванные, подключились к одному, а разговор, ну, не нашего подразделения. Но все-таки нашли свой, исправили связь, и заработала наша огневая позиция. А на нашем направлении, где расположен был наш полк, войска пошли вперед. В этом бою я получила первую награду, медаль за отвагу. Война есть война. Нередко, но сами несли свои потери. Вспоминается бой на Днепре за город Кировоград. Враг не вынес нашего наступления. Наш полк переправился через Днепр и закрепились на том берегу. Но враг ожесточился, и без боли в сердце не могу вспомнить тот бой, когда погибали наши товарищи с большими потерями. Но Днепр был наш, войска пошли вперед. В этом бою я была награждена медалью за боевые заслуги. После этого боя наш полк был реформирован. А почему был реформирован? У нас вышло одно орудие из строя. А наш полк был краснознаменный. Если бы это у нас было уничтожено было знамя, то нас бы вообще расформировали бы и кого куда бы направили. А это так как у нас знамя, мы спасли знамя, нас направили на формировку, на дополнение. Наш полк, он как был, так и есть, но нам должны добавить людей. Это я вам рассказала, почему.
В этом бою я была награждена медалью за боевые заслуги. После этого боя наш полк был расформирован, и я была направлена, ну, я тебе рассказала, в 16-ю артиллерийскую краснознаменную кировоградскую дивизию. Вот за Кировоград нам дали это. 14-я минометная бригада, 228-й минометный полк, радистской. Сколько пришлось прошагать пешком в составе Воронежского, Степного и Второго Украинского фронта. Я уже заканчиваю писать. Освобождали города Харьков, Белгород, Касторная. Участвовал на Курской дуге, в операции Корсунь-Шевченковской, а также в боях, ну, и потом уже не наши города, а также в боях Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Эпизод в Будапеште. Наши войска на других флангов, то есть слева и справа, продвинулись вперед, а наш полк врезался, остался в кольце, потому что вперед прошли, и это слева и справа, а мы остались в кольце, как бы внутри. Ну, внутри остались, да. Так. А наш полк оказался в кольце. Полк принял сильный бой. Были большие потери. Погиб мой напарник, и мне пришлось работать у рации 10 суток, одной, без смены, через каждые 15 минут связь. Но мы в подвигах в то время не понимали. На войне есть приказ, и его надо выполнять. В этом бою я получила награду орден Красной Звезды и медаль за Будапешт. Вот. Как бы сказать, воевали на славу. Но не думали, что мы получим какую-то награду. А то, что нужно, то нужно. Шаг вперед. Да, шаг назад никак. Это мы, у нас уже было на языку всегда. Шаг вперед, но не шаг назад. Вот так. Ну, а тут у меня вот награды записаны. За боевые заслуги. Орден Красной Звезды, медаль за отвагу, да не вот они, вот они, что мне читать их. В 45-м по демобилизации вернулась в родной Елец, где встретила фронтового друга, кавалера Ордена Красной Звезды и медали за отвагу, за боевые заслуги, Яшина Тимофея Ивановича. Участвовал в Центральном фронте, 43-й город, город Панары, 1-й Белорусский фронт, город Мозырь и под Ригой. После войны я работала на элементном заводе, 33 года отработала и 10 лет лифтером. Ну все. Что еще раз задавайте, я буду отвечать. Это я уже читала, а теперь я буду отвечать. Давай. С какими чувствами вы шли на войну и с какими чувствами вы оттуда возвращались? Ну, с чувствами возвращались. Во-первых, я с чувствами возвращалась с тяжелыми. Убила моего друга. Любовь мою убила. Вот это у меня было тяжелое чувство. А так... Чувства были радостные, домой едем. Война кончилась, победа наша, мы едем домой. Вот а как воспринималось то, что в начале войны войскам Красной Армии пришлось отступать? Отступать? Да. Ну вот мы на Днепре отступали. Тяжело. Тяжело отступали. А были какие-то сомнения в победе? Были.
были. Мы думали, мы все равно вернемся сюда. И действительно, правда, вот как раз вот я писала, читала вам вот, на Днепре орудие, это вышло из строя у нас. И нас отправили это, в город Умань, Киевская область, город Умань. Мы там целый месяц пробыли. А потом мы догоняли фронт. Вот. А когда мы отступали, мы говорим, мы, ребята, ну и все, мы прям клялись, мы все равно вернемся сюда. И мы вернулись туда, в этот город, откуда мы отступали, под Винницей, под Днепром, то есть это. Вот. И мы вернулись туда. Но мы туда проехали, не останавливались, мы ехали поездом. Нас погрузили на, это, на товарный поезд, на платформу орудия, и ели мы это, и ехали мы, догоняли фронт поездом. А потом уже нас предупредили всех по вагонам, что едем по фронту. Дорога железнодорожная проходит по фронту. Едем по фронту. Ни в коем случае никакого выстрела. Это как бы себя это не выдавать, да, что мы вот едем. Если кто-нибудь откроет выстрел, такой нет, что тут вот они, по фронту едем. А кто и знает, сколько немец от нас, может, он всего 2 километра, а то и может километра. Ну, не выдавать себя, значит, не, едем по фронту. И подъехали, как раз прям подъехали к фронту, выгрузили нас в поле. Орудие поставили, там уже мы у нас не 152 орудия, там нам дали уже минометы, 228 полк-то, 122 миномет, вот эти вот, это орудие, все равно орудие, минометы эти поставили и, значит, приготовились к бою. Ну а бой, когда идет, начинается наступление. У нас, когда же предупреждают, что вот скоро наступление пойдем, начинаете. В чем моя задача была, работа моя какая? Вот миномет, 2 миномета в полку. А я посреди миномета с рацией сижу. С наблюдательного пункта передают коррективы. Разведчики, начальник разведки, там начальник разведки, начальник штаба, они на наблюдательном пункте, передают нам сюда коррективы. Я эти коррективы передаю начальнику своему, это, командиру батареи. Я ему передаю эти коррективы, а он тут же передает этим огневикам, расчетному отделу. И командует огонь! Огонь, особенно начнется, когда это вот прям вот, раз за разом, прям какой-то, уж сейчас забыла, какой это огонь-то, ой, ну ладно. Ну, в общем, то вот выстрел один, потом другой, а их прям вот спешат они, спешат, бегом они, бегают эти, кто подносит снаряды-то. Я только-то ему только передам, они уже летит снаряд. И мне сказали, я посмотрел один раз, как снаряд вылетел, и он прям косерно вот, вот устремился вверх-то, видно. И вот такой прям полетел кверху, и потом туда, и скрылся, и не видно. Только уже слышим взрывы там у немцев. Слышим эти взрывы, это когда миномет, это близко. А орудие нас стреляло 152 до этого на 15 километров. Ого, ага, да. Вот. Что еще? Что вы знали осенью 41 года о положении под Москвой? Да что знали, что немцы наступают на Москву. Ну. Как вы воспринимали то, что немецкие войска подошли вплотную к Москве? А как я буду это воспринимать? Мне жалко и Москву, я в ней не была, не знаю. Я знаю, что он наш город, Москва. Я не была в этой Москве ни разу еще. Вот. И тут же наш город в одно время. И на Елец идет немец, и на Москву идет. Как мы можем воспринимать хорошо?
Тут уже волей-неволей все на штыки лезут. Никто не хочет, чтобы враг захватил тебя. Мы настроены были так, нас учили так, что защищать свою родину. А расскажите о своих командирах, кто из них больше запомнился и почему? Всех. У нас какие-то все командиры были хорошие. Мой командир был начальник разведки. Как я могу о нем плохое сказать, когда он мой начальник был? Он непосредственно не мой, у него разведчики были. Ну, мы вместе же там сообщались. А начальник связи у меня был другой. Хороший начальник связи. Дудник был, да, фамилия, как сейчас помню. А звать забыла, как его, начальник связи. Там ведь на войне там не по именам, а там ведь начальник... Капитан, старший лейтенант, там ведь вот так... По званию. Да. А там, а потом уже и забыла. Это ты не забыла своего Володю, я не забыла. Ну, потому что он мой был знакомый. Но он погиб. Погиб как раз 14 апреля, где-то в Австрии погиб. Вот так. А вот этот Дудник, начальник связи, тоже погиб. Но этот погиб как? Мы приехали в другое место, вот, перебазируемся. Вот остановились где-то в каком-то село было. А там лежала эта немецкая граната, вот такая вот, длинная. А ребята подскочили, и на кого мне смотреть, на тебя или на себя? Я тебе рассказываю, а она что там делает, не знаю. Вот, а ребята подскочили и стали эту гранату что-то делать с ней, ну, разрядить, что ли. А он на них заругался и говорит, положите и отойдите от нее. Они отошли, положили. Я в это время ночь дежурила, у рации сидела. И слышу прямо взрыв какой-то. Я думаю, что такое? И я в окно-то глянула, а там начальник связи лежит, мой начальник. Лежит раненый, убитый. Вот. Ну, все выскочили туда, на улицу. Ну, подошли, а он уже мертвый. Нет, он не мертвый, он живой был. Он дорогой умер. Но его повезли в санчасть. И до санчасти не довезли, он умер в дороге. А дело, оказывается, он утром встал, было время 5:00 утра. Встал, где-то это было... В августе, в начале августа, что ли. Ну да, в начале августа было. Потому что мы его... в июле было. Мы 20-го... Мы уже в августе были в запасном полку, домой нас отправляли. Где-то было в июле. Вот. Ну а он, значит, встал в 5:00 утра и решил сам разобрать эту гранату. И поставил ее, как ребята после говорят, ей нужно было вот туда поставить, по удруку, а он ее вот сюда поставил и начал разбирать, и она ему прям сердце, и он погиб. Жалко было, человек был хороший, он не русский был, хороший был. Ну вот, что еще? Каково было ваше отношение к Сталину и ваших сослуживцев? К Сталину? К Сталину, я сказала, у нас отношения не были плохие. Мы о Сталине в то время, мы выросли со Сталиным. Я не могу сказать, чтобы он был враг народа, как вот сейчас о нем толкуют. Я этого не могу сказать. Мы выросли, Ленин, Сталин. Так что... Мы плохого ничего не можем сказать.
На фронте были люди разных национальностей. Да. Что, по вашему мнению, сплочало их? И ну, не было всяких разногласий? Не знаю, что сплочало. Не могу сказать, что сплочало. Но сколько раз повторяю, какой народ был сплоченный. Я даже удивилась, думаю, и русские, и грузины, и армяне, и узбеки, и каких только не было. И все были одинаковы, все равны были. Никто, никакой национальности различий не было. Все были одинаковы. А как сейчас пошло, вот я даже удивляюсь, от чего это, почему это так пошло, неравенство такое. Какое-то разнообразие. Ты немец, ты узбек, ты такой-то, как друг на друга. Ага, идет вот черный, и начинают его корить, это, ругать, мол, что вы тут понаехали. Во время войны у нас этого не было. Мы были солдат, что не, что этот русский, что узбек, что армянин, мы были все одинаковые. Все друг к другу относились хорошо. Плохих, не знаю, как может в других частях не так, но у нас вот лично, у нас не было различий никакого. А верили ли вы в Бога до войны? До войны? Нет, я не понимала еще Бога. Меня мать в церковь не водила, мама моя в церковь ходила, а нас она не водила, мы были комсомольцами. Бывало, скажу, мама, возьми меня в церковь с собой, хоть посмотреть, что там церковь делается, как там церковь-то. Нечего, вы комсомольцы, учитесь, нечего вас по церквям водить. Я даже сама ходила около церкви, не в церковь, а около церкви дежурили. Чтоб комсомольцы не ходили в церковь. А на войне ваше отношение к Богу изменилось? И мы про него забыли. Что Бог есть, что нет. Мы это не понимали. В то время мы не понимали. Я по совести говорю. Мы не понимали этого Бога. Я и по сейчас. Я не божественная. Я не божественная. Вот внутри праздник подходит религиозный, вроде праздник, вроде справлять надо. А так, вот как вчера смотрели, это, какой же мы смотрели-то, Малахова. Вы не смотрите передачу Малахова? Бабушка смотрит. А, вот вчера Малахова смотрели, какая-то там была Божья Мать. И вот эту Божью Мать показывали, как она, там, и Христос у нее был сын, да какая же ей лет 40, а она Божья Мать, какая-то Божья Мать. Не знаю, я этого не верю. А она какая-то проходимка, наверное, вот, уже лечит тех, которые вот уже, ну вот прям по-русски скажу, вот сказали человеку, у тебя рак. Все, ты не вылечишься. Уже и эти люди идут к бабкам. Бабки должны им помочь. Ну а так они хоть бы своей башкой соображали. Вот мы сидим вчера, смотрим, ну хоть соображайте своей башкой. Раз уж у тебя такая болезнь, где ж тебе вылечить бабка? Ну, люди надеются на чудо. А люди идут, и деньги несут, да большие деньги несут. А мы смотрим, вчера к соседке я пошла, с соседкой смотрим, и мы сидим, и эту как ее, Божью Мать эту, корим и ругаем ее. Что вырядилась, что пришла сюда? Какая она, черт, Божья Мать? Ну, с вами сами ругаемся, какая ты, черт, Божья Мать? И сами смеемся на нее? Не знаю. Ну, ладно. Мы, да, она, я святая. Ладно, святые, есть святые, может, они и есть, но они невидимые святые, мы их не знаем. Но есть святые, говорят, есть святые, вот церковь говорит, святые есть. Ладно, согласна, есть святые, но мы их не видим, этих святых. Не видим. И зачем мы будем обрежаться, наряжаться у Божью Мать и выходить, я Божью Мать. Ну. Глупость. И все. И я какая-то, я неверующая. Нет, я не верю. И вот люди станут, вот эта вот соседка моя говорит, ну какая же ты прям на открытой говоришь, что Бога нет. Я говорю, Грань, может он и есть. Но я-то его не вижу.
Как я могу его признать, что он Бог, когда я его не вижу? Он где-то в облаках. Ну ладно, пусть он и летает там, раз он в облаках. Ну что, вам нравится мой рассказ или не нравится? На фронте часто складывалось тяжелое положение. Что помогало не падать духом? Не падать духом. Победа. Не падать духом. Господи, хоть бы скорее конец войны. Мы победим. Мы прям вот твердили там, что мы победим. А потом, когда уже на их, это тут и говорили, а когда на их территории перешли вот западные, Чехословакия, Румыния, Венгрия, тут уж мы шли маршем таким триумфальным, что мы даже и не думали, что это мы не победим. Окончательно мы победим, и все. А какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома «Ни шагу назад»? Как большую роль. Большую роль. Я не видела, чтобы убегали. Вот в пехоте, я же не в пехоте была, пехотинцы, вот как показывают пехотинцы, вот кино смотришь и показывают пехотинцы, бегут назад-то, а потом их командир останавливает. Ну страх, бывает страх, не то что измена, не то что он собрался изменить, а вот перед глазами страх у него, вот он поэтому, наверное, отступает. Ну, а мы в артиллерии, мы как-то мы этого страха не понимали. Мы идем вперед, всегда говорим. Мы воюем. Отступать мы не будем. А как вас встречали люди в освобожденных городах? Да всяк встречали. Кто с радостью, с душой, а кто дверь закроет, не откроет и не даст ничего. А что запомнилось больше всего? Запомнилось? А что могло запомниться? Ну, из вот этих вот встреч в разрушенных городах. Ну, вот встречали в одном городе, вот я уже не помню, мы проезжали этот, то ли это деревня, то ли город, там что там, район какой-то, проезжали, и там стояли танки, стояли, артиллерия стояла, проезжала, там солдатов было много, и мы как раз там своими орудиями проезжали. И там пляс был, гармошка, и плясали мирные жители, и солдаты, они встречали, цветы дарили. Но я не помню эту местность, потому что мы проезжали, это дело было вечером, вот. Ну, не на нашей территории, вот где-то в Венгрии или Румынии, там, что, сейчас уж тоже не помню это. Ну, встречали, с радостью встречали. Ну, если бы без радости там не было ни гармошки, и жители бы не пришли бы туда. А то все, там полно было жителей. И плясали, и танцевали, и все. Ну, я только не помню, потому что мы проездом, мы остановились, постояли, посмотрели и поехали. А они остались там, то, кому оставаться, тот остался, а мы поехали дальше. Каким было ваше отношение к немецким солдатам? Как вы их воспринимали? Как лично я воспринимала? Я не любила немцев. Но в одно время я одного немца как бы пожалела. Его пленного схватили наши ребята. И он сидит против нас, а мы сидим едим. А он смотрит на нас, а мне как-то прям думаю, мы едим, а он смотрит на нас, мы тоже есть хочется. У меня почему-то вот я взяла, отломила кусок хлеба, да дала ему, а ребята на меня заругались. Я говорю, ребят, да что вы ругаетесь, ведь он тоже есть хочет. Первый пленный немец. Когда вы его увидели? Вот этот вот пленных немцев я увидела сейчас, скажет, где-то под Винницей. Как бы не соврать где-то. По-моему, под Винницей. Ну, не помню, не знаю. Их колонну вели 37 километров, что ли. Ну и конца не было.
Мы ехали с орудием своим, проезжали мы на свое место, куда там нам положено. А они нам навстречу, и их охраняли, наши солдаты их охраняли. И вот мы остановились, вот они идут, 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 конца и края нету. Все вот, как показывают в этом, в кино, вот точно-точно так же, оборванные, эти на ногах намотанные, на шапке, тут укрытые. А из наших солдат кто-то, не наши, а другие, с другой части, кто-то там по колонне выстрелил. Из автомата дал выстрел. Но тут закричали все наши командиры, все на них закричали. Ну как, разве можно? Это сейчас они, если начнут стрелять в них, они сейчас разбегутся. Что будет? Тогда их не один, два, три человека, а колонна-то какая. Ну и мы поехали дальше, мы все проездом поехали дальше, а там кучка стоять, этих ребят собрали, и что они там разговаривали, не знаю. Мы уехали. Вот у некоторых даже злоба вот и есть на них, видишь. В составе вражеской армии были не только немцы, но и румыны, да, венгры, финны. А с кем было труднее всего воевать? А с кем воевать было? Они все сдавались сразу. С кем там воевать? И румыны сразу прям сдались. Венгры тоже сразу сдались. Как только туда заступаете, и все, и они все наши и наши. И чехи наши. Но. Значит, с немцами? Только с немец наш враг, да и все. А приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах? Да. А каково ваше было отношение к ним? Каково отношение? Я когда книжку прочитала, в мирное время приехала с войны, прочитала про этого власовца, дали мне его и автомат, я бы сама бы его расстреляла бы. Как он насиловал повариху свою всю ночь. Ты не читала эту книжку? Я забыл, как эта книжка называется. И когда их взяли, они сдались, а он-то уже знал, что их будут уничтожать, народ-то, солдат-то. Вот. И, значит, пришел, а она где-то там в палатке лежала, пришел и начал к ней приставать, ну и насиловал ее всю ночь. И вот я, когда дошла до этого, я говорю, дали мне сейчас автомат и этого власовца, я бы его сама расстреляла бы. А сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Дезертирством? Сталкивалась. Когда мы прибыли на Воронежский фронт, и один у них лежал в госпитале. Мы-то не знали, раненый да раненый лежит в санчасти, полковой санчасти, раненый. Но а нам никто ничего не говорит, но раненый да раненый. А потом уже на этот день, когда его расстрелять, нам сказали, он дезертир. Он сам себя, значит, в ногу. Прострелил себе ногу. Где-то на фронте был и запугался или что там. Ну, в общем, не хотел воевать, и он себе прострелил ногу. И вот его будут расстреливать. А нам, девчонки, а вы, мол, дескать, чтобы в обморок не падали. И вот Ровик, подвели его к Ровику. И мы все солдаты, все наши подразделения выстроились. Ну, командир прочитал, значит, по предателю огонь. И солдат прям по нём. А мы стояли, смотрели. Его расстреляли на наших глазах дезертира. Страшно. Это вот под Воронежем, вот Лиский город. Вот этот дезертир. А так уж, где еще там дезертиры, я не видел, уж в каких частях и были дезертиры, но я не знаю. А вот это вот я знаю, что сказали, что он дезертир, сам себя ранил, чтобы не идти на фронт. Сейчас я перезвоню. Приходилось ли вам сталкиваться со штрафниками?
со штрафниками. Сейчас скажу. Я не знаю, кто это, штрафники или что. Был такой случай. Командир, мы продвигались вперед. Командир, значит, командир разведки вперед и начальник связи там вперед. А с нами был начхим, старший лейтенант. И вот пришел разведчик оттуда с наблюдательного и сказал нам, двигайтесь вот там-то, там-то, там-то. Там отметки какие-то есть. Но они-то знают, а нам-то не обязательно все это знать-то. Вот он им сказал, а Лиза, подружка моя, она, значит, уловила это и поняла, что, куда ехать. И когда мы должны были сворачивать сюда примерно, нет, мы должны ехать сюда, а свернули в эту сторону. Она ему говорит, старший лейтенант, а он сказал, говорит, вот в эту сторону ехать. Не может быть. Нет, он сказал, вот так ехать. Но она не стала против его. Он старший лейтенант, поехали. Только мы выехали на бугор, бугорочек. А это место, наверное, так нам уже кажется, наверное, она просматривалась. Вот. Как начал немец по нас строчить. Снаряд за снарядом. А мы в машине, и у нас есть знамя красные, у меня рация. Солдат у знамя стоит, не прыгает. А все остальные попрыгали. Ровик там, и они прыгнули, и прям в ровик в этот. А тут пехота наша пехота. Это ровики пехотные. Вот. Мы, значит, заехали уже, артиллерию свою проехали, и мы к пехоте врезались-то. Ну, они нам машут, прыгайте, прыгайте. Как мы прыгаем? У меня рация, у него это знамя. Как мы будем прыгать? Нет, не прыгаем. И вот мы смотрим с ним друг на друга, прыгать или не прыгать. И у нас глаза такие яростные, что нет, не прыгать. Вот, и не прыгаем. А когда уж мы не подъехали, а значит, на пол залегли, а в это время наши начали стрелять. Начали наши стрелять, и пехота поднялась наша и закричала «Ура! Ура!». Тут-то мы, значит, и я-то, он говорит, прыгайте, тут уже свои все. И я-то, значит, прыгнула и ногу подвихнула. Да целый месяц прыгала на костылю. Ага. Неудачно. Да. И мы, значит, не стали прыгать это. Нет, не прыгать. И главное дело, друг на друга смотрим, глаза наши подсказывают, что нет, не прыгать. Ага. Я думаю, прыгну, рация, попадет в машину, рации нету. Что делать без рации? Да меня в самую штрафники пошлют. Не. А расскажите о бытовых трудностях на фронте, как вы их преодолевали? Бытовые это трудности? Да трудно преодолевали, но преодолевали. Сами знаете, как девичье дело, не подмыться, не умыться, не покраситься. Уж про краски вы забыли. Про краски говорить нечего. Ни брови, ни ресницы, ничего. Ни тута, ни губы. Мы уж там про это забыли. Это уж когда в обороне стоим, там месяц-два стоим, тут еще хоть губки подкрасим немножко. Вот. А уж остальное нет. А что сангигиена зимою? Летом-то хоть ладно, вот есть какой-то ровик, а вот дождь налил воды туда, идешь туда этой водой, подмоешься, снимешь трусики, в этой воде постираешь, на солнышко повесишь и висит. Это чудочку обвяло, одеваешь. Вот. А зимою по ровику выйдешь и идешь
конце ровика, чтобы хоть солдат не видели. Идешь в конце ровика, и, значит, дойдешь туда, снимаешь штаны, берешь снегу в горсть и натираешь кругом. И тут натрешь, и тут натрешь, горит все, но зато чисто. Я мужчина, я бы не сказала, а вам я правду говорю всю. Как вот, вы оцениваете нашу боевую технику? Оцениваем, да как, да хорошая техника наша. Как я могу технику оценить, не знаю. А у вас не было оружия своего? Нам давали этот карабин, но мы его, по совести сказать, мы его не носили. Он всегда у нас в штабной машине лежал. Это уж когда уже в каких-то вот, как вот в Будапеште получилось, что вот мы это в кольцет очтились, и тут нам командир батареи сказал, говорит, всем карабины на плечо. Кто же знает, как мы будем выходить, придется, может, каждому стрелять. Вот тут мы, значит, в общем, таких, в этих случаях приходилось одевать карабин. А так и не пользовались ими. Как вы отдыхали на фронте в часы затишья? В числе затишья. И только я понимаю, в затишье не стреляют, идешь свободно хоть. Дышишь свободно, стрельбы нету. Вот это вот затишье хорошее. Ну, а особенно вот у меня затишье запомнилось, когда нас на формировку послали в город Умань Киевской области. Месяц целый мы стояли. Вот это вот отдых, я понимаю, отдых был. Мы фотографировались там, и это, катались на лодке, и завилку там сделали. Вот это я понимаю, отдых. Не, война вперед ушла, а мы в тылу далеко. Вот это отдых. А так, это затишье, это просто отдыхаешь, дышишь свободно, и все. Знаешь, что не стреляют, ни немцы не стреляют, ни мы не стреляем. Но одно время мы с этой, с Лидою, была наша Елецкая тоже, Лида Титова, вот, мы понесли обед на наблюдательный пункт. С огневой на наблюдательный. Ну сколько там, может, 2 километра, 2 или 1,5, вот так вот. Понесли обед. Мы километры не считали, не знаем, сколько там километров. И не понимали тогда в километрах в этих. Вот. Цистерна у нас сзади повесена. И пошли. И карабин один на двоих взяли и пошли. Оттуда идем, отдали им туда еду, идем оттуда. А в май месяц, в бугорок, а там цветы, ромашки. Ну, да того хороши. Я говорю, да давай нарвем, хоть придем, да в землянку поставим. Ну и пошли. Поставили эту цистерну, поставили карабин и пошли ромашки рвать. Только зашли на этот бугорок, как он начал по нас стрелять, немец. Прям идет это, свистит этот снаряд-то, из миномета, наверное. И свистит, и прям проходит мимо. Бух! Опять так же, снаряд за снарядом. Я говорю, Литка, нам бежать нужно отсюда. И потихоньку прям согнулись, ну, немножко сорвали, согнулись, и вниз спустились с бугорка, и он перестал стрелять. И снаряды перестали рваться. Специально увидел в стереотрубу, трубу, ага, военные девчонки цветочки рвут. Давай, мол, их попугаем, это уж наше мнение такое. Да, потому что затишье, никто не стреляет, ни немец, ни мы. А он, видишь, давай, мол, попугаем. И вот начал это по нас это стрелять. Но мы когда спустились, прям за линию схватили за свою и пошли. Пришли и рассказываем. А ребята говорят, да командир батареи говорит, да что ж вы, говорит, делали? Да он, говорит, сопку, он, говорит, ее как дважды два видит. Ну да.
А вы, говорит, пошли цветочки рвать. И вот откуда мы знали, что он ее видит? Нам никто не предупредил. Мол, идите вот так и никуда не заглядывайте по сторонам. А мы хотели ребят уважить, цветочки нарвать, в землянку поставить. Ну. Да много, если рассказывать, то это и день, и ночь. У меня бывало, девчонки станут. Люба! Лю! Она ушла? Нет, там. Что, мам? Где? А когда и откуда вы писали домой? И что вы писали в этих письмах? В письмах особенно ничего не напишешь. Нам прям сказали, что никаких этих, как... Нет. Ну, заводите этот звук. У нас сейчас память все выскакивает. Что вот заводишь-то? Ну, не журнал, а как? Ой, ну, забыла. Но нам сказали, никаких этих записей и в этом письмах ничего такого особенного не писать. Письма проверяются, все равно вычеркиваются. Это правильно. Когда-то написал мне это, папа письмо, что он там написал, я не поняла. И это было слово вот так вот, так вычеркнуто, что даже не разберешь. А что уж он там написал, я не знаю. Вот. А я уже знала, что нельзя писать, и я лишнего ничего не писала. Здравствуйте и прощайте, жива-здорова. Находимся, в тишина, затишье, ничего нету, в обороне. Ну, а когда идем в наступление, по пятам, немец отступает, мы идем за ним. Вот такие вот слова, больше ничего такого не писали. А были ли вы ранены? Нет, не было. Господь миловал. А в плену или оккупации? На каком же курсе? Вы знали о союзниках СССР? О союзниках? Совершенно ничего не знала. То есть вы их помощь не чувствовали? Что Англия там по ленд-лизу выписывали? Мы это услышали, когда должен быть открыт второй фронт. А его тянули, мы все ругались там, солдатня ругались. И говорит, да что же он не открывает второй фронт? Ну и только думали так, ага, он выдерживает. Как это наше мнение, не знаю, чьи какие мнения, но мы как мы на фронте думали, да он, Америка, она выжидает, чей конец будет, немецкий или наш. Мол, за кого идти-то, кому это помогать вторым фронтом? Вот, ага, Россия будет или немец будет наступать быстрее, кому больше помогать? Мол, хитрый какой, какая Америка. Вот такие вот у нас мнения были. А правильно ли мы думали, нет, и кто их знает. А нас на фронте вот так вот мы думали. Он Америка хитрая, выглядывает, выжидает. Кому ей быстрее помочь? Советскому Союзу или Германии? А где и когда вы встретили 9 мая 45-го года? 9 мая мы встретили в Австрии. А вот местность не помню. Деревня какая-то, в деревне остановились мы там. И вот там мы встретили, ага. Услышали, что конец войны. Я не дежурила. Подружка моя Лиза дежурила. Вот. И солдаты вышли и начали вверх стрелять. И мы даже выстрелили вверх. Где-то хочу подружек показать фронтовых. Только всего осталось. Мне покажи. Вот Лиза, вот это вот, она дежурила. Вот это вот Аня Белолипецкая, она жива осталась, домой уехала. А вот это вот Малютина Маруся погибла. Вот это вот я. А вот это вот из Челябинска Клава, контуженная. В госпиталь уехала, контузила ее. Это мой вот супруг, вот гражданский.
не военные, гражданские. Военных ничего нету. Сколько было фотокарточек, вина моя мама. Этот у меня был ревнивый, ужасный какой. Вот этот. Он на 10 лет старше меня. Был ревнивый, он меня к столбу приревнует. А не то, чтобы человек с кем поговорить. Ну и когда это с кем-то я поговорила, а он меня видел, пришел домой и начал скандалить. А тут еще сестра у меня достала фотокарточки, и, а я на работе была, и смотрела на фотокарточки, на эти, любовалась, и повернулась, и ушла, а фотокарточки остались. А он пришел на обед, обедать, а фотокарточки на столе. А он говорит, и на покойника не может насмотреться. Мама передала мне так. И на покойника не может насмотреться. Видишь, заело его, что я на покойника не могу насмотреться. А я ее, эта сестра смотрела-то. Я пришла, она говорит, ты знаешь что, вот так и так и так. Ты убери ты их. Я говорю, да куда я их буду убирать-то, говорю. Вот я говорю, у меня память, куда я буду убирать. Ну и значит, посложила их. И они лежали там в кучке. А он пришел, ну мы с ним и начали ругаться, связались с ним. Тыр-тыр-тыр-тыр. А мать прям схватила мои эти все фотокарточки, а плита горела. Она прям подошла и в плиту их, и вспыхнули мои фотокарточки. Я целый месяц с мамой не разговаривала, осерчала на нее. Жалко, конечно. Угу. Как это вот уцелело, я даже не знаю. Какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу тех лет и взаимоотношения между людьми? Как понять, не пойму. Для меня военный фильм, я с удовольствием смотрю любой. То есть вам любой, да? Любой смотрю. Такой какой-нибудь не буду смотреть. А военный любой фильм люблю. Мне нравится. Как бы вы посоветовали посмотреть молодежи? Да пускай смотрят все подряд. Какие я смотрю. Нет. Мне все нравятся. А какая книга пусть смотрят. Вам нравится? А какая книга вам нравится? Да, книги все нравятся. Я любила читать. Я сейчас вот не читаю, потому что уже и глаза хоть вязать вяжу. Вот. Ну, а читать не читаю. Потому что я за поями читала. Ой, правда, положу их спать, а сама книжки. До 3 часов читаю, в 6 часов стою на работу, идти надо. Я все люблю читать книжки. Вот читаю сейчас эти детективы, а мне они не нравятся, эти детективы. Я сама вот соседки, она детективы читает, а вот у внучки, вот у этой дочки, вот в 15-м доме, у Тани, а у нее, значит, это книг полно этих детективов, да. И вот я ей таскаю эти детективы, она читает. Смотрите, после войны с Германией началась война с Японией. А как вы оцениваете это? Я никак не могла оценить. Мы не управились оценить, она быстро кончилась. Она быстро кончилась. Что она там, месяц, что ли, и все. Мы не управились оценить. Мы еще думали, господи, неужели опять и нас заберут? Потому что военный билет-то дали. Как бы военного билета не было, а то и дали военный билет. Думаю, да и опять на фронт. А как не хотелось по-русски сказать. А насмотрелась всего этого. Ой, как не хотелось. А как вы думаете, что нужно делать, чтобы избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? Что, мирно жить. Мирно жить. Делиться всем вместе. Сообща жить. А это что это? В Советском Союзе лучше было. Не различали никого, ни узбеков, ни никакой национальности. Все вместе были. А сейчас... Да, разные. Да, вот это вот не нравится. Может быть, вы хотите что-нибудь еще рассказать? Да я не знаю, что еще рассказать.
что бы вы хотели пожелать нашей нынешней молодежи? Счастья. Чтобы были счастливые, здоровые, крепкие, не болели. Никакой войны, чтобы не было. Учились хорошо. Уважали бы старых. Ценили бы. Не то, что ой, во, пошла старая. Так бы не кричали. А то они не, молодежь, они ведь не знают, что они старые будут. Мы тоже не знали, что мы будем старые. Но мы как-то этого и не делали, и не, нет, не огрызались на старых. И мы как-то, как, ну, я сказать бы, не успели еще их оценить. Ну. Но...